Нам привезли на участок кольца. Мой муж Вячеслав хочет что-то там с канализацией переделывать. И вот выгружает манипулятор. Техника, конечно, сейчас здорово двинулась вперед. А я делаю вот вдоль дорожки, сейчас делаю клумбу. Купила туи купила шаровидные Даника. 5 штук посадила. Не знаю, видно вам или нет. А рядом буду сажать гортензию метельчатую, полистар. Она низкорослая и меняет цвет в течение всего сезона 3 раза аж. Так что вот рядом. А вдоль тропинки сначала будут у меня эти первоцветы, ну, тюльпаны. А потом вот посажу однолетки, сейчас петуньки.